темный народ просвещать и просвещать. Русский народ – это подобие Христова. Здрасте. И народ русский выбрал именно Христа. А что мне на него глядеть? Что он пятиалтынный, что ли? А почему россияне все-таки выбрали православие? Ведь это отвлекает народ от внутренних проблем. А все русские люди будут счастливы. Теперь ты это счастье будешь хлебать ситечком. А страна будет сильной и могучей, но для этого ты, Иван, должен сегодня умереть. Неважно почему. Еще трошки вже. Секундочку, идиотский какой-то пример ты приводишь. Ну, а итак, отвечаю по порядку. Я весь внимание. Придет повестка. Я пойду, собственно, служить. Все. Один пойдешь на передовую, а то есть на передок. Девушка, вы извините, он у нас контуженный. Вот тебе ответ, а не вот эти твои пространные рассуждения. Ты, Иванов, демагогией не занимайся, отвечай по существу. 75% тех людей, которые слушают наш эфир прямо сейчас, ох, он сейчас и отмочит, хотят спецоперацию. Это же дуристика. Русские обычно войны не хотят, их вынуждают эту войну вступать. Эта война была предрешена. Что хотят, то и говорят. Как говорил президент Владимир Путин, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Ваши идеи превратили боеспособную русскую армию в стадо скота! И что вы скажете на такое горе? Наконец-то начали воевать по науке. Из таких драков мы драпаем. А не вопреки науке. То есть, если мы стоим в обороне... Что, мне уже подскакивать и бежать? Значит, мы выстраиваем линию обороны. Результат покажет. И козла можно научить на барабане играть? Да уже где-то месяц. Победы, 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 продвижение, продвижение, продвижение. Ну, все это только слова. Факты говорят обратное. Я не люблю, знаете, хвалиться, идя нарать. Я считаю, что нужно хвалиться, идя срать. Я не могу зрозуміти, вся ж таки срав чи ні? Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. Господи, как он меня бесит. Посредственность, выдающееся ничтожество. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего, гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Вы сделали мерзавцами всех. Но не в последнюю очередь, и это результат работы правительства. Он живет в мире полном врагов. Зачастую, правда, вымышленных. Михаилу Ильичу удалось собрать такую эффективную, современную команду заинтересованных людей, заинтересованных в результатах работы. Во все времена государство использовало бандитов для того, чтобы не пачкать руки на людях. И пока эти бандиты нужны, им позволяется намного больше, чем простым смертным. И это приносит, конечно, соответствующие результаты. И надо разогнать всю эту банду. Зажрались.